у нас скамейка запасных для Кинди Гиннесса будет. 53-летний, 12-летний. Череп должен быть исать, должен быть цвет. А что там не успел, нападаете, он уже видит, что ты как это учить людей, что вот они говорят, у вас не будет суда, напишите, что вы смотрите. Заранее, да. Какие планы, я не знаю, ну как можно? То, что тебе писали совещание в час дня, я знал, ты, блядь, 3 недели назад, понимаешь? Блядь, нахуя он пустит? Давай, давай, сиди, играйте, все нормально, играйте. А потом он приедет, блядь, сядет, сука, блядь, отсидит весь матч, не выходя, и будет обижаться. Говорит, ни хера не хочет.
половине свистят. Еще, бать, снимем. Вот и все. Да, накрыли. Ой. Тихо равни. Похоже был. Только не на того игрока. О чем вы раздевалки говорили? Блядь, о чем бы кому раздевалки не говорили? Ни хера. Да, Димон. Нет еще. Это один сетером играем с Олегом Старцевым. Ведем один. Ну, Белл, извинился, отскочил. Ну, если что, пусть меня набирает, я наверху, ничего не нет. Олеж, ниже! Если что, вода у Даши сразу. Алло, бля! Хорош, Зол, все правильно. Олеж, не по игроку, Олег, напомник, ты ниже, опустись и все. Они пусть игроков избирают. Ниже падай, блядь! Какой смысл ты классируешь? Бэл, сужай, блядь! Сань, поднимайся! Я? Спокойно, блядь! Я! Да, мозг обнесен! Ниже!
с ними уже, да? И бровку рассужаем. Да, один. Она активна. Можно с полом здесь. Перед тобой. Убийца. Иди, Рома. Че ты стоишь? Иди. Посмотри сюда же, право было лучше. Давай, твой тоже! Бля! Ну, там дурится, все дурится! По тебе ты остался, иди ты от него, встречай, все, все! Пока поворота пробьет! Похоже было, на цель! Целенаправленное движение делать, его отскакивает. Вы там рикошет. Надо, чтобы еще Женя забил. А? Куланы Женя должны забить еще сильно. Мне хоть, блядь, пусть заморок и хитрик сделает. Нет, понятно. Должны забить. Они еще на гол не играют, они пешком ходят по полю. А если они начнут бегать, будет как позапрошлом году. А? За прошлым году мы же так с ними один человек играли. Сейчас там завершится еще что делать, что он неправильно? Блять, на чем? На каком такси умеет? Ну вот он написал, что 10 минут и... Сука, сильно бы, блядь, ебучего доехал, блядь, гораздо быстрее, понимаешь, блядь, где транспорт в принципе нет. База на в глухом лесу на берегу озера. Силам, блядь. Вот уезжу, вылечит, да? Юр, давай без эротических фантазий, а, у своей штрафной. Я постоянно писал, что в такси и все, вообще не свойственно. Да, мне старый звонил, говорит, что... А? Мне старый сейчас только что звонил, говорит, вроде написал, что говорит, здесь он будет. Конечно, под второй этап людей находить, которые приезжают. Что такие вещи, конечно, нам не простит ни одна команда. Нет, если бы они хотя бы сказали, можно было бы жало вытащить куда-то место. А с черепом что случилось? За форс-мажор, ну, блядь, напиши, да. Что случилось. Форс-мажор сейчас не случился. Тут у меня будет 10 просто. Эй! Эй, трое, блядь! Чего вы так, блядь, пить?
ветерок синий делайте. Я ведь в Реанимацию уехал, написал, жалеете место, да, что я в Реанимацию. Все, давай. Больше даже никак, не стоит. Не то сообщил. Ой, хорошо, вот это вот. Сам влезай, пас у тебя нет. Лежи! Леша, отдайся домой, ну ты куда ты разворачиваешься? Вот, Леша, ты заяц, ты разворачиваешься! Леша, ты заяц, ты разворачиваешься! Леша, ты играешь, не хочешь. Еще, еще, жить, да? Хорош, боли косплей. Не, а я как бы вам на грудь принимаю, а я тут подкину два раза. Не красный, а белый наверное. Ой! Блядь! Прошло бы, либо сам был за ним, либо сам был за ним. Стартнуть вас мы отдать не можем. А вот тут надо было пожадничать. Тут пас решил отдать. Да, тут надо было пожадничать. Я понял, Данила, просто, блядь, надо Бая просить передачу, блядь, он не умеет. Все его передачи, ты когда по мячу не упадал. Найду старому ключик отдам. Все-таки доедет кто-нибудь. Да, вот такси подъезжает, блядь. Очень медленно. Вот это то самое. Самое медленное такси. Yeah.
Блядь, Олег, а где ты? Откуда ты бежишь, Олег, блядь? Серый, ну выйди быстрее, он тебя найдет, ты в офсайде бегаешь. Хорошо. Дело, Серега, иди! Хорош, хорош, молодцы, здорово! Олег, здорово. Не надо никуда улетать! Поиграй в своей зоне, пожалуйста, а! Блять, так 50 выпусков, что ты летаешь, ты не бегал никуда. Чтобы ты дальше помоложе был, но он был самым старшим в команде. Играем матч, идем, что 6-2, что ли. И я говорю, нужно сейчас, чтобы центр поля вышел. Там все молодые были, горячие. Серова лет 18-19, если такие. Нужен человек, который в центре баланс будет создавать. Поэтому куда ни бегай, стой сзади, да, как бы наплодить пятый. Первая же минута. Получается к атаке 7-2 там. Я вот сюда, на замену. На замену, да. Задачу, задачу не выполнил. Просто не можешь выполнить элементарные требования. Олеж, отдай это Андрюхе, опустись в опору, блядь, да что ж такое-то, а? Да играй ты, блядь! Рома, умница! Жопу туда въедет! Передача, вы втроем зимний, все, там, красного цвета, нет. Ну так, пусть я не Макс, угоняй, угоняй!
пусть получает. Самое скорее сейчас он встал обратно туда обратно. Олег, есть два варианта. Выпустить или Исаак, или ты за последние 10 минут сыграешь правильно. 15 минут максимум над центральными защитниками. Понимаешь, они утой штрафной. Там сидеть вообще нечего. Да, это не разбирает команду. Здесь собрать свои матчи, дается 100% результат.
Не знаю, как это делать. Гораздо говорят, значит, да. Давайте там, вечно деньги предлагают, типа, как это сделать. Мне очень нужна победа. Короче, я захожу в раздевалку, раздевалка просто как ресторан. Потому что все сидят в белых рубашках, такие игроки мне. И, сука, все, кого я очистил. Вот меня вот, там, не знаю, выгнал, расстрелял, блин. И все. Страшный сон. Я такой, бух, команду, блин, поливаешь, он там единственный вратарь. Я говорю, ёпку. Получили право, Ром. Знаешь, что нужно сделать? Не надо в бегу, не дать. Пусть бесконечно бегать от одного к другому. Здесь проходишь и не стреляй. Оставляй! А кто там? Ты где? Спокойно! Жек, очень хорошо, Жень, здорово. Еще бы Сашка почувствовал, вообще было бы супер. Блядь, вот все свидетели. Я попросил Фурнеца поиграть у своих центральных. Он опять потерял этот мяч, у чужой штрафной. Да, иди, Серёга. Теперь мы бегаем. Можно вперед! Сужай, Сань, сужай, помогай нам! Справа есть! Справа есть! Можно движение заходим, пожалуйста. Да. Вот да, вот с этой зоны здорово. Ну а чего ты, блин, такого? Чувствую, что, блядь, золотой матч, это не место старшего. Все, все! Нормально мы играем. У них мяч опять поедет. Юр, давай назад, Юр, два инсайда, блядь. Опорник опять какой-то выбрасывается у меня всю игру. Это что, парни? А что вы кушать собрались? Друг, растяни их передачи. Играйте ширину. Он уже, блядь, там всегда был так уставлен. Похоже!
Секунд. Андрюха есть! Женя!
дергай, замотай, ставь, ставь, опускайся туда. Соло остается, ты в стенку. Я не слышу ни разу. Ты когда ты не
синий тоже застрял. Да раньше дай на шаг. Наша, не слышишь? Золотое дерби. Золотари покрыли золотые. Да, 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 да. Да, 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 там. Да у нас, кстати, золотых больше. Да, у нас два золотых. Не знаю, все ли по табло одинаковое количество. Поддевайся здесь. Да, 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 поддевайся. Иди, два, что ты стал? Куда же это тебя принесло? Один! Двигай, двигай, ро! Одну тренировку провели за 12 лет. Это был саркат. Что ты пальцем показал? В этом году 10 лет, как у нас не было тренировок. Это был абсолютный тренировок. 10 лет, как абсолютный, я понял. Мы с бабочкой закончили. Мы с 12 лет. Наши действия антифутболом и себя аниматором, а не тренером. Что предложить? Я же ребля! Зимой. Сзади! Андрюх, ты живой? Что, ты готов? Давай после стандарта гуляем. Куда? Кого? Вместо Гуляева выходишь на сайт. Спасибо, Дим, подал. Подыши, водички попей, сейчас мы с тобой выйдем. Что, выйдет, да? Да, мы пойдем. Там же жарко, а нас мало. Вышел молодой. Давай, давай. Сейчас, что он встал пока.
Кто попробовал с этой поля мяч потерять? Что попробовать ты решил? Вот здесь это делай, Владу, штрафной площадь вот здесь. Терять мяч тоже не надо. Да, лёд. Хорош, лёд. Иди, Зов, иди. Влево смотри. Младшему! Один! Давай назад, Ник! Дайте в зону, вас пять раз я попросил. Вот зону, смотрите, где стоят защитники на центре поля, блядь. Дайте в зону. Блядь, дай ты передачу-то, блядь. Никита все это разошелся. Блядь, дай туда, куда нет никого. Что, руки опусти? Еще один. Сколько сыр договорил?
Блять, не надо угрожающий чат, давай, как готов был, мне. Я тебе полчаса назад сказал, готовься. Серый, замена. Кулак. Остались уже! Забавно, лично как в этом мучились. Играть!
блядь. Ширина, посмотри вправо! Все, не трогай! Да блядь! Один! Выходи, Ром, выходи, Ром, выходи! Хороший! Не слова! Да, ну зачем? Не напрягайся, ты же уже вот, пусть другой сделает, ты поднимешься. Они не Сложности, блядь, просто донизу его покати и все. Нахер подымать, подрезать, подцеплять. Сюда простую отдать не можешь, блядь, все сложнее. Что он чуть ли не подошву пробил, блядь. Заблокотил. Он сам перехватил, отдал, пригласил дедушку. Поэтому в моих командах играют только за 30 минут. Может быть, бегать день, и не мозги включили. Приходится вот брать пару молодых. Вот смотри, вот он заменился, он сказал, что быстро мяч ходил, судьи бегали, вот с самого старого заменили в центре поля, бегать мяч. Блять, что это вы творите все, а? Не, вам надо было, да. И мне такого не было. Ой. Ух ты. Блять, не забей. Вот мячом прыгнул. Развернуть бы!
Главное молчи. Семьдесят одна. Малой, готовься. Мать, готовься давай. Макс тоже готовился? А, сиди сюда. Олег, ты вместо Антона? Макс, вместо Бая, Батю на фланг, на левый, сам центрально нападающий. Да ну нарисовал, блядь. Если Батя не против. Давай посмотрим. Давай всем замену пока. Замена! Малой выходит. Вот так. Контакт, второй раз смотреть нельзя, по-моему, нет? Смотрели. Первый раз замачивал. Эх, можно заметку пока? Да, делайте. Макс, выходи. Сам налево, он пусть и правильно играет. Есть там еще какие-то? Мы играем еще, ничего? Подожди, ты приезжаешь ко второму, сушняк тебя душит, блядь, чем ты занимался? Маму в аэропорт, артистка. Маму в аэропорт. Давай, Макс, спокойно, Макс. Блядь, ну надеюсь, он пенальти бьет лучше отца. Жень, лево, Жень!
мужчине, ты придумывай! Сколько лет пацанам? 15? 10? Следующий, похоже, будет сын Серова выходить после своего. Никитушка, давай ты назад присядешь, а? Ты центральный полузащитник. На там броди. Иди, иди, Марк. Давай, Макс, влез! Юр, помочь! Ровка! И пятки, блядь! Макс, это пятка, кому надо пятка? Макс, иди, Макс! Не стреляй же, блядь! И вперед передача шла. По кому нету, аутсайдер тогда. Влад, Владик. Мысль, но он вообще один там некому. Вообще защитников нет. Кому вперед передача идет. По кому аутсайдер? По кому аутсайдер, покажи. Там человек замыкает сантиметры от штанги. Дали. Передача вперед. Я понимаю, что ты покиваешь, Знаете, это фамилия, похоже. Он даже пробил точно так же, как ты. Нет, нашего.
Зовут домой. Я когда прихожу, два дня. Шесть, полтора. Потом всего лишь на пять. Давай, быстрее! Давай, давай, давай. 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 Давай, давай, дав